После того, как вы прошли регистрацию на сайте Bitplugo, вам необходимо запустить в работу программу «Трамплин». Для этого переходите на вкладку «Трамплин». Здесь необходимо прочитать инструкцию пошаговую, которую вы должны выполнять строго. Первым делом вы должны запустить программу «Трамплин». Перед запуском программы обязательно выполните следующие условия. Подпишитесь на телеграм-канал, подпишитесь на YouTube-канал, вступите в официальную группу ВКонтакте, а также заходите в чат, где вы сможете узнать ответы на все вопросы. После того, как вы выполнили 4 эти шага, вступили в телеграм-канал, подписались на YouTube-канал, вошли в группу ВКонтакте, вошли в чат ВКонтакте, нажимаете кнопку «Запустить программу «Трамплин». У вас откроется новая вкладка, на которой будет показываться реклама рекламодателей. Данную вкладку рекомендуется не закрывать, чтобы у вас собирались сатоши для активации матрицы «Трамплин». Данную вкладку вы можете закрепить, чтобы она у вас не закрылась и всегда была открыта. Для этого на вкладке, где показывается реклама, нажимаете правой кнопкой и выбираете «Закрепить». Теперь данная вкладка у вас будет всегда открыта, и в ней будет показываться реклама рекламодателей, за которую вам платят сатоши. После этого возвращайтесь на сайт Bitplugo в раздел «Трамплин». Обновляете страницу. После этого у вас открывается второй шаг, который необходимо выполнить. После того, как вы запустили программу, здесь у вас будет написано, сколько заработано программой, а также показываться статистика работы программы за сегодня. Вы можете посмотреть, развернув список. Здесь будут отображаться необработанные просмотры, которые после обработки модераторами конвертируются и попадают в раздел баланса. Чтобы ускорить заработок, необходимо пройти простое тестирование. Пролистывайте страницу вниз, находите фиолетовую кнопку «Пройти тестирование». Нажимаете эту кнопку. Нажимаете кнопку «Начать тестирование». Отвечаете на вопросы. При прохождении тестирования обязательно выполняйте все шаги, которые вам рекомендуют. То есть подписаться на каналы, а также посмотреть, допустим, последнее видео на YouTube-канале, которое было последнее. После выполнения всех рекомендаций, которые необходимо проделать, вписывайте ответ на вопрос и нажимайте кнопку «Далее». Обязательно подтверждаете подписку, которая вам пришла на почту. После этого на странице с тестированием вводите e-mail, который указали при подписке. Нажимаете кнопку «Далее». После этого необходимо зарегистрироваться на сервисе по ссылке. Переходите по ссылке. Ознакомливайтесь с предложенным сервисом и проходите регистрацию, нажимаете кнопку «Зарегистрироваться». Заполняете поля регистрации, указываете e-mail, придумываете логин, придумываете пароль, а также указываете контактные данные для связи с вами, например, Telegram. Соглашаетесь правилами и нажимаете кнопку «Зарегистрироваться». После регистрации на предложенном сервисе здесь можете нажать «Не показывать больше» либо «Закрыть». Здесь необходимо перейти на главную страницу и ознакомиться с сайтом, что он предлагает, какие инструменты на нем есть. Пролистывайте страницу
и ознакомливайтесь с предложенными инструментами. То есть это какие-то программы, есть описание, есть их название. Это нам потребуется для прохождения теста. Возвращаемся к тесту и читаем вопрос, на который нам надо ответить. Ниже надо написать наш логин или email, который мы указывали при регистрации. Вводим сюда либо логин, либо почту, которую мы указывали при регистрации. Нажимаем кнопку «Далее». Нам предлагают ознакомиться с инструментами на сервисе и написать, какой инструмент нам больше всего понравился. Например, мне понравился инструмент программа для автоматического запуска трансляций. Я беру ее название, копирую и возвращаюсь на страницу тестирования. Вставляю сюда название программы. Если вам не понравилась ни одна из предложенных программ, пишите, что вас не заинтересовала ни одна программа. Нажимаете «Далее». Все, тест завершен. Спасибо за ответы. Нажимаем кнопку «Закрыть». После этого обновляем страницу. Как мы видим, наше тестирование на рассмотрение, ожидая подтверждения модератора. После того, как тестирование будет пройдено, здесь это соответственно надпись уберется, и кнопка с балансом станет зеленая. И теперь наш заработок на просмотре рекламы увеличится, и баланс будет быстрее набираться, а также просмотры вы сможете смотреть здесь, сколько у вас было просмотров. После того, как у вас наберется сумма 0,00125 биткоина, произойдет автоматическая активация матрицы «Трамплин», и у вас откроется второй раздел «Трамплин активация».